Самого наикрашего. Ну вот обычно как поздравляют? Счастья, здоровья, там, вот это все. Самое главное, чтобы душой было. Вот. Подумайте еще. Может так поставить? В год столетнего юбилея хочется пожелать Пермскому университету всегда оставаться местом притяжения студентов и тех, кто хочет и может развиваться. Угу. Лучше. Вообще есть несколько пожеланий на этот счет. Во-первых, чтобы наш первый на Урале был первый не только на Урале, но и во всем остальном. Во-вторых, хочется сказать, что чтобы был вечно цветущий ботанический сад. И третье пожелание, оно бесспорно верное. Хочется, чтобы наш студенческий городок стал студенческим мегаполисом. Достаточно. Уже что-то получается. Дорогой наш университет, совершенствуйся, развивайся. Ступай в одну ногу со временем. А мы, твои студенты, всегда будем тебе в этом помогать. И всегда будем с тобой рядом. С днем рождения, Пермский государственный национальный исследовательский университет. Ничего, хорошо. Далеко-далеко на заимке, когда еще моя прабабушка заканчивала школу, появился наш университет. Ох, что же она 100 лет-то желает? Обычно здоровья, счастья, успехов в работе и личной жизни. На 100 лет-то это актуально или нет? О, стоп! 100 лет-то ведь на нас, на всех, а значит, каждому по чуть-чуть. И все у нас впереди, а значит, все это актуально. С юбилеем, родные друзья.